Донецкая автономная советская социалистическая республика, входящая в состав Российской Федерации, занимает площадь в 3 миллиона квадратных километров. Ее населяет более 400 тысяч человек. Далеко за полярный круг простираются земли Якутии. Самая северная часть республики – Ляховские и Новосибирские острова. В районе Аймякона находится мировой полюс холода. Зимой здесь самая низкая температура на всем земном шаре. Недоступно далекой была когда-то эта суровая земля. Сегодня Якутия живой и неразрывной связью соединена со всей семьей советских республик. Самолет из Москвы. 8500 километров за 20 часов. Давно миновало время, когда Якутия считалась отрезанным от всего мира краем. У северного аэропорта свои особенности. Специальные тепляки используются для осмотра и ремонта двигателей. В таких укрытиях холод не страшен механикам. Волк 4841. Я тайга, я тайга. Посадку разрешаю. Этот самолет обычным своим рейсом прибыл из бухты Тикси. Километров налетал над якутской землей командир корабля Кузьма Хохлович Хабеев. Воздушные трассы связывают самые отдаленные районы республики. Нет такого места на ее карте, где бы не пролетал Федор Матвеевич Козин. Первым из якутов овладел искусством вождения самолетов Валерий Ильич Кузьмин. Он хорошо знает тайны изменчивой и коварной погоды. Сегодня выдался славный денек для полета. Во многие города советской страны идут грузовые и пассажирские корабли. В Иркутск, на Алдан, в Красноярск, на Ташкент. Проснулись озера. Свежей зеленью оделась тайга. И тот, кто не знает контрастов якутской природы, подумает, что картины этой цветущей весны открылись перед ним где-то в южном краю. Зимой стоял здесь 60-градусный мороз, а летом будет жара, как в степях Средней Азии. Встречают долгожданную весну. Эту песню о свете и солнце исполняет Анастасия Лыткина, солистка Якутского музыкально-драматического театра. Навигация на Лене. Потянулись караваны судов по одной из величайших рек мира. Ее длина 4500 километров. Это главная водная магистраль Якутии.
Многие города и республики советской страны шлют народам братской Якутии изделия своих заводов, машины и материалы для якутской промышленности и колхозов. Глубоко сидят в воде нагруженные нефтевозы. На ленских лесобиржах быстро формируются плоты из древесины, заготовленные зимой. И одна минута не пропадает у стахановцев Салдыкельского участка, Иннокентия Егорова и депутата Верховного Совета Якутии Ивана Кочнева. Сотни и тысячи бревен рядами укладываются в плоты. Двинулся в путь большегрузный плот. 22 тысячи кубометров леса для новостроек республики, для далеких зимовок у Ледовитого океана. 50 лет водит суда по водным путям Якутии старейший лоцман Матвей Филиппович Антипин. Свою реку Лену, слагают о ней песни. Ледовитого океана, тем чаще встречаются бригады рыболовецких колхозов. Издалека виднеется этот остров. Его назвали «Остров Столб». Отсюда уже совсем близко до бухты Дикси. Здесь ворота Якутии в океан. На большом своем протяжении Великий Северный морской путь проходит вдоль берегов Якутии. Это могучее средство связи республики с промышленными центрами Советского Союза. В порт Дикси прибывают океанские пароходы из Мурманска, Архангельска, Ленинграда, Владивостока. Теперь сюда идут вверх по Лене. Много таких караванов провел старший помощник капитана парохода партизан Щетинкин Николай Винокуров. Через всю республику несет свои воды река, над ней проходит воздушная трасса, и все пути ведут к берегам, где раскинулись улицы большого северного города. Якутск, столица республики, центр ее политической и культурной жизни. Thank you.
каждый день приходят сюда газеты из Москвы. Одновременно с москвичами жители Якутска смотрят новые фильмы. 62-я параллель северной широты. Но жарко сегодня в Якутске. О далеком прошлом напоминает эта башня. В 1632 году ее построил русский землепроходец, енисейский казак Петр Бекетов, положив основание городу. Здесь много добротных деревянных домов. Лесные богатства республики используются для благоустройства улиц. И все же не скажешь, как говорили прежде, еще 5 лет назад, деревянный Якутск. Все больше каменных зданий воздвигается в городе. Здесь это не так просто. Это район вечной мерзлоты. Вот готовят место для фундамента будущего дома. Толща мерзлоты 215 метров. Извлекаются целые глыбы обледенелого грунта. Советские люди с помощью науки преодолевают вредные свойства мерзлоты. В Якутске находится мерзлотная станция Академии наук СССР. Ей руководит кандидат геолого-минералогических наук Павел Иванович Мельников. градуса жары. Но почему так тепло одеты сотрудники станции? Пойдем вместе с ними. На глубине в 7 метров под землей совсем другой климат. Одна из лабораторий станции построена в толще вечной мерзлоты. Сюда привозят образцы ископаемого льда из многих районов Якутии. Это посылка с Ляховских островов. Вечная мерзлота начала возникать много тысяч лет назад. Часто в мерзлой земле находят остатки вымерших животных. Это бивень мамонта. Ученые исследуют влияние ледяного покрова на растения. Они изучают структуру и свойства почвы. Вместе с инженерами сотрудники станции разработали новые методы строительства в трудных условиях мерзлоты. Железобетонные опоры для фундамента своеобразной конструкции опускаются в котлован. Это понадобилось потому, что весной оттаявший грунт вскучивается, разрывает фундамент и угрожает всему зданию. Для фундамента на железобетонных опорах эта опасность устранена. В всей республике известны имена лучших строителей каменного Якутска, братьев Тарасовых. Депутаты Верховного Совета Якутии Федосии Шерстовой, старшего прораба Дмитрия Холмогорова. Архитектурный наряд нового дома завершают молодые мастера из Якутской художественной школы. Все дальше уходят новые каменные кварталы. Выросла многоэтажная электростанция, светлые корпуса школ, клубов, поликлиник. Сегодня в одной из больниц ведет операции заслуженный врач РСФСР Владимир Сергеевич Семенов. Ассистирует молодой хирург Иннокентий Червяков. А когда в далеком руднике или таежном поселке нужна срочная помощь больному, по первому вызову вылетают опытные врачи. Истебин? Пашарская? Ирбаба? Идете? Марья Ивановна, приготовьте инструменты. Доктор Григорий Михайлович Кокшарский спас много жизней. Больше 1500 вылетов совершили якутские врачи.
республики много внимания уделяется охране здоровья трудящихся. Заботой Родины окружены дети Якутии. Далеко до берегов Черного моря, но летом якутское солнце греет, как в Артеке. В живописных местах созданы санатории, пионерские лагеря, где школьники набираются сил перед началом занятий. На заседании Совета министров республики обсуждается вопрос о подготовке к новому учебному году. Председатель Совета министров Василий Андреевич Протодьяконов, министр просвещения Захар Прокопьевич Савин докладывает о том, что изданы новые учебники и школы готовы встретить учащихся. Сегодня начало учебного года. До революции на каждую тысячу якутов было только 7 грамотных. При советской власти народы Якутии получили свою письменность. Идет урок родного языка. Стихотворение «Как радостно жить» читает Октябрина Находкина. Где лоб перед кем летит, зверя вел перед собой. Беги! Эн тюльдин, эн атын сен болла, ылла ой. Де, улак кереткен, народ бұдбағыр бұдбағыда, мудрайсы кипит сталин закона, сүн сүтта. Начались занятия в музыкально-художественной школе. В наши дни хранит и развивает народ свое древнейшее искусство — художественную резьбу по мамонтовой кости. В объемных композициях Василия Петровича Попова оживают знакомые картины жизни Крайнего Севера. К созданию нового произведения готовится народный художник Якутии Иван Федорович Мамаев. На костяную пластинку переносится рисунок, набросанный на листе бумаги. А народный художник Алексей Васильевич Федоров уже завершает свой замысел. В Якутском музее изобразительных искусств собрана работа резчиков по кости. Вкусные изделия из майолики. В картинах художников образы народных героев. Партизан гражданской войны Алексеев. Герой социалистического труда коневод Степанов. Трудовым подвигам советских людей посвящены книги якутских писателей. Около миллиона книг в год издается в республике. На родном языке читают якуты сочинения классиков русской литературы. Изучают труды основоположников марксизма-ленинизма. В читальных залах библиотеки имени Емельяна Ярославского можно увидеть молодых учителей, инженеров, студентов. Это студентка сельскохозяйственного техникума Анна Цыкунова. О многом напоминает ее фамилия людям Якутии. Замечательный русский писатель Короленко в годы якутской ссылки жил в слободе Амга в доме бедняка Захара Цыкунова. Горестная жизнь Захара Цыкунова описана в известном рассказе Короленко «Сон Макара». «Его гоняли всю жизнь», — писал Короленко. «Гоняли нужда и голод, гоняли морозы и жары, дожди и засухи, гоняла промерзшая земля и злая тайга». Иная судьба у правнучки Захара Цыкунова. Все пути к знанию открыты перед молодежью советской Якутии. В педагогическом институте учатся дети якутов, эвенков, эвенов.
Лекцию по психологии читает кандидат педагогических наук Марьяна Алексеевна Чудинова. В якутском филиале Академии наук СССР химическую лабораторию возглавляет доктор биологических наук Алексей Дмитриевич Егоров. В филиале работает более 60 докторов и кандидатов наук. Это центр передовой исследовательской мысли в республике. В Якутии создан свой национальный театр. Сегодня спектакли «Локут» и «Нюргусун». Это старинная повесть о верности, о любви, которая побеждает все препятствия, все преграды. Она не только актриса, но и активный общественный деятель.